Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Санж, который снова начал пользоваться эмоциями, и сегодня продолжаем рубрику построек. Не будем тянуть, поехали! Это видео по предложению от этого подписчика мы построим кабриолет, ну и сегодня я решил попытаться поэкспериментировать и сделать его немного другим. Итак, приступаем. У нас получается сам корпус кабриолета будет находиться на одном уровне с колесами. Также я выбрал белый цвет по одной причине, потому что белые ковры, ну и белые люки с ними сливаются. Но вы можете, в принципе, если вы хотите построить кабриолет в другом, любом цвете, то можете выбрать просто люк, который подходит к этому цвету, или что-либо другое к этому цвету. Так, с вот таким вот образом у нас будет длина самого кабриолета 7 блоков. То есть, опять же, один блок сюда, затем колесо, отступаем 3 блока и здесь делаем так же. Далее сюда ступени из прорванного гранита. Все, интерьер закончен. Затем сюда белый бетон. Далее расставляем сюда снежный покров. Вот таким вот образом. Так, также здесь мы ставим наблюдатель. Затем железный люк. Далее нам пригодятся поршни. Так, берем поршень и берем этот редстоун. Вот таким вот образом. Так, получается, ставим сюда поршень. И сюда двигаем редстоуновый блок. А, нет, сначала, смотрите, очень важно. Сначала вот здесь мы его активируем, потом двигаем. Все, вот теперь все правильно. Так, наше дальнейшее действие. Делаем фары. 1, 2. Раз, два. Затем сюда мы должны возвратить снежный покров. Вот таким вот образом. Затем сзади мы тоже ставим снежный покров. Вот таким вот образом, в два слоя. Хорошо, затем далее делаем заднюю часть. Задний фар у нас будет состоять... Также нам придется еще красный краситель для задних фар. Красный краситель и мешочек этот с чернилами. Задние фары у нас будут сделаны вот таким образом. Печатаем 1, 2, 3. Так, 3, 4, 5, 6, 7 штук. А, нет, даже 8. Да, 8 штук вот этих вот. Просто тире. Затем мы все это подсвечиваем. И сюда также печатаем 7 тире. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот таким вот образом. Подсвечиваем, подсвечиваем. Далее сюда каменная кнопка. Далее сюда таблички из березы ставим. Вот таким вот образом. Вот на вот этих табличках мы пишем следующий текст. Вот такое вот в качестве украшения. То есть получается вот здесь вот. Ну, примерно вот таким вот образом. Вот так вот должно получиться. Так, с ним ничего мы не делаем. То есть он просто у нас есть и все. Затем далее сюда также табличку, сюда кнопку, сюда табличку. Нам еще пригодятся кнопки для этих, для колес. Сюда кнопки из березы, сюда табличка также. Затем табличка, сюда кнопка из березы. Сюда кнопка из березы. Так, нам осталось немного. Далее нам пригодятся железные люки. Вставим железные люки вот сюда. И далее сюда. Это первый раз, да, когда я использую что-то, кроме стекла, в виде стекла лобового. А стекло лобовое у нас будет вот такой формы. Так, самый последний штрих. Сюда ставим череп скелета. Вот таким вот развернутым образом. Сейчас я вам покажу, каким. Главное, ставьте очень аккуратно, чтобы не промазать. Текст это убираем. Вот таким вот образом. Затем это также временно убираем. И вот это вот таким образом. Далее сюда ступени с поленом чернокамня. Вот сюда и вот сюда. Так, с этого убираем. Ну и все, друзья, мы получаем такой красивый кабриолет. Да, сегодня была довольно маленькая постройка, но я думаю, что подписчик, который это предложил, остался доволен. Ну а теперь... Ну, данный видеоролик, друзья, завершился. Надеюсь, что вы знаете, что надо делать. Ставить лайки, подписываться на мой канал, оставлять комментарии. Также можете предлагать свои идеи для будущих выпусков. Друзья, спасибо, что данное видео посмотрели. С вами был я, Санж. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.